Всем доброе утро. И вот моя жизнь входит в более нормальный ритм. 5:30 я иду на работу. Хочу сказать спасибо моим зрителям, подписчикам, которые были вместе со мной на протяжении 2022 очень сложного года. Спасибо, что поддерживали меня, давали советы. Очень приятно читать ваши добрые комментарии и советы. А читая негативные, злые комментарии, сразу представляешь, что за человек их пишет. А я буду продолжать снимать ролики о своей жизни и что проходит вокруг меня. Самое актуальное на сегодня – это мир и добро. Поэтому всех с новым 2023 годом и всем мира, 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 а также здоровья и благополучия. Все ваши заветные желания пусть обязательно исполнятся. А ваши родные, близкие будут здоровы и счастливы. И очень хочется, чтобы каждый день начинался с хорошего настроения. Всем хорошего дня и хорошего настроения. И вот я уже в раздевалочке. Девочки, которые в отпуске, еще подарочки не забрали. Ну что, буду переодеваться и приступать к работе. Сегодня я на десерте. Такие пряники надо порезать. На половиночки наполнить эти емкости. И получится вот такое. Потом зальется и будет типа тирамису. Так, вот так я режу. И складываю потом баночки. А потом будем заливать еще. Теперь я режу опс-салат. Нарезала ведро дыни, ведро ананаса. Не надо нарезать ведро винограда и залить соком. А теперь я на десертах. Вот такой йогурт, и получается вот такая красота. Любят тут йогурт. Здесь мак, наверное, вишня. И присыпаю овсянку. И потом составляю на вот такую этажерку. Карачок
и буженина. Руки у меня обработанные, так что не задавайте никаких вопросов. Ну что, закончилась моя работа. Вот 2 дня на нарезке. Пальцы стертые. И эта рука. И эта рука. Здесь стерла, вот. А эта рука палец порезала, ноготь срезала. Ну, не попал он, конечно, я его выбросила. И вот об доску постирала. Ну, ничего. Завтра еще день работаю, потом один выходной. Можно собираться домой. Мой шкафчик, мои вещи. Сейчас переоденусь и на хаус. Отработала. Вышла на улицу. Плюс 15. Аж не верится, что такой теплый январь здесь. Январь месяц. Зеленые кустики, травка. Here is kind of hund a claw. Нельзя здесь собачкам выгуливать и какать. И вот уже распускаются листочки и цветочки. Так что мы сейчас в теплом регионе Германии. Зеленая трава, елочки. Вот уже и плющ изгородь обвел. Не скажешь, что середина зимы. Некоторые деревья сбрасывают листву, а некоторые вот такие зелененькие. Они, скорее всего, морозоустойчивые. Кипарисы себя здесь хорошо чувствуют. Вот такие свечки стоят. Напоминает климат Крыма. Есть платаны. Вот какой-то кустик с ярко выраженными ягодками. Ну и елочки. Я совсем забыла, что мне еще не домой. Надо занести письмо. Бросить джоб-центр. Так что пройдусь в центр. А потом пойду домой. Вдалеке виднеются горы. Вон там.
Вот они. Вот наш городской джоб-центр, где мы отчитываемся, предоставляем всю информацию о работе 5-6. Гэшлоссен закрыто. Я получила письмо, написала ответ, подкрепила платежную ведомость и опускаю в почтовый ящик. А здесь писем вон торчат, что можно рукой взять. Полный почтовый ящик. Завтра будут разбирать. Попадет мое письмо к инспектору моему, оператору. И буду ждать ответку. Теперь можно домой. К детям и внучке. Так тепло, что зацвела вишня. Ничего себе. Мне такой климат подходит. Трава зеленая. И плюс 17 градусов. Вот такие деревья старые-старые. Их обрезают каждый год, наверное, или раз в 2 года. И потом начинается вот такая крона, как ежики.